Рецепту этого средства как минимум 2000 лет. По другим сведениям, оно еще старше, появилось более 6000 лет назад. Ведь часть его названия можно встретить еще в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Один из персонажей этой знаменитой книги – мудрец по имени Чиван. Благодаря волшебному эликсиру он превратился из дряхлого старца в сильного, красивого юношу. Возможно, вы догадались, что в этом видео речь пойдет об одном из самых популярных препаратов аюрведы, который называется чаванпраш. В переводе – пища мудреца. Пожалуй, каждая женщина мечтает не только о мудрости, но также о красоте и молодости. И в этом чаванпраш тоже приходит нам на помощь. О том, как оставаться красивой и молодой в любом возрасте, я подробно рассказываю на своем авторском мастер-классе. Вы можете посетить его совершенно бесплатно, если зарегистрируетесь по ссылке в этом видео. В течение следующих нескольких минут вы узнаете, для каких целей используют чаванпраш в аюрведе, можно ли считать его панацеей, а еще как поумнели мыши благодаря этому средству. Сразу сделаю оговорку, что рецептом этого средства я не поделюсь, иначе пришлось бы записывать отдельное видео, ведь в чаванпраш входит от 40 до 80 ингредиентов. Также он бывает как домашнего, так и промышленного производства. И каждый вариант немного отличается от прочих. Однако главный компонент остается неизменным. Амла или индийский крыжовник, который придает этому густому джему характерный кисловатый вкус. Амла входит в число лидеров среди всех известных науки антиоксидантов. По антиоксидантным свойствам плоды амлы в 40 раз сильнее экстракта чеснока, а содержание витамина С здесь в 1,5 раза больше, чем в плодах шиповника. Кроме того, в чаванпраш всегда входит мед и кунжутное масло. Подробный состав не является секретом, и вы всегда можете его прочитать при покупке этого средства. У чаванпраша очень широкий спектр действия. Он благотворно влияет на метаболизм, а еще знаменит своим иммуномодулирующим действием. Неудивительно, что в Индии его применяют даже люди с диагнозом ВИЧ. Также чаванпраш показан при сердечных патологиях, аллергии и заболеваниях мочеполовой системы. Ну а что насчет мудрости? Помогает ли чаванпраш улучшить когнитивные способности? Да, это доказал опыт на мышах, в котором исследовали свойства памяти. Выяснилось, что мыши, которым давали чаванпраш, лучше запоминали расположение и структуру лабиринтов. Чаванпраш не только улучшает свойства памяти, но и полезен людям, которые испытывают постоянные психоэмоциональные нагрузки. Студентам и работникам умственного труда он поможет справиться со стрессом и переутомлением. Еще чаванпраш значительно уменьшает негативные последствия химиотерапии и радиологического облучения, помогает восстановить нормальный менструальный цикл и уменьшить проявление ПМС, укрепляет волосы и ногти, улучшает состояние кожи. И это далеко не все его свойства. Противопоказаний у чаванпраша совсем немного. К ним относятся прежде всего индивидуальная непереносимость компонентов и повышенное содержание сахара в крови. Но для диабетиков есть специальная разновидность чаванпраша. Она не содержит сахар, поэтому абсолютно для них безопасна. Чаванпраш рекомендуется принимать дважды в день. Объем одной порции варьируется от 1,5 до 2 чайных ложек. Добавку растворяют в теплом молоке и употребляют за 10-20 минут до приема пищи. Или просто запивают ложечку чаванпраша водой. Тем, кто принимает чаванпраш впервые, лучше начинать с минимальной дозировки, чтобы избежать нежелательной реакции организма на непривычный продукт. Считается, что чаванпраш стоит употреблять в зимние и другие холодные месяцы. Летом необходимость в нем отпадает из-за доступности свежих фруктов, богатых витаминами и антиоксидантами. Так что сейчас самое время его попробовать. Наверняка у вас возник вопрос, можно ли считать чаванпраш лекарством от всех болезней, которые подходят абсолютно каждому при любом диагнозе? Точно нет. Хотя бы потому, что волшебные таблетки от всех болезней человечество пока еще не придумало. Кроме того, чаванпраш официально не является лекарством. Его применяют как профилактический аюрведический препарат в комплексной терапии для оздоровления, профилактики и сохранения молодости. Итак, мы выяснили, что чаванпраш не волшебная палочка, но использовать его в качестве мягкого оздоравливающего средства
Точно стоит. По крайней мере, 200 миллионов индийцев, которые принимают его ежедневно, вряд ли ошибаются. А русскоязычные поклонники препарата уже придумали рифму «Чаванпраш – помощник наш». Надеюсь, что и вы сами скоро в этом убедитесь. Будьте счастливы и здоровы!